Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню обалденный салат. Вообще, для меня искусство салатье – это тайна, покрытая мраком. Если при приготовлении разных мясных блюд я еще могу представить, что на выходе получится, если я буду использовать те или иные вкусовые сочетания, то вот с салатами этот случай у меня не проходит. Поэтому я старательно изучаю специальную литературу на эту тему, пробую разные салаты в разных ресторанах, пытаясь, так сказать, поднять свой скилл. Успехи пока не радуют, сознаюсь честно. Но с сегодняшним салатом все отлично, не переживайте. Я этот рецепт выцепил в одном из ресторанов Валенсии и восхитился. И вот уже второй месяц этот салат ежедневно у нас присутствует на столе и до сих пор не надоел. Несмотря на всю свою простоту, он идеален. Не добавлять никаких продуктов к нему не требуется, не убавлять ничего не надо. Итак, понадобится помидоры, сладкий лук, оливки, немного сахара, морковь, кукурузу можно взять из банки, морковь, кстати, тоже можно взять консервированную, тунец, оливковое масло, немного яблочного или винного уксуса и салатные листья разные. Важно! Не стоит использовать салатные листья хрустящие. Вот смотрите, специально взял две разных упаковки. Вот в этой листочке, видите, здесь толстые, они будут хрустеть. Это на мой вкус не то. А вот здесь вот уже получше ситуация, здесь таких нет. И не стоит использовать руккулу. Вернее, ее можно брать, но тогда совсем немного. Ее горечь в этом салате излишняя. Еще момент. Я, конечно, покажу, как готовить этот салат с нормальной свежей морковью, но сам ежедневно использую консервированную. Не знаю, возможно, такая продается и в России. Эту я сейчас замариную. Состав маринада простейший. Здесь входит вода, винный уксус, соль и сахар. Все. В идеальном варианте ее надо натереть на терке для корейской морковки, чтобы такая длинненькая была, тоненькая. У меня такой нет, поэтому обойдусь вот такой штукой. Будет чуть покрупнее. А теперь соберу маринад. Уксус у меня яблочный, можно винный хороший использовать. Сахар, соль, немного воды и перемешать. Пропорции не указываю, тут все очень индивидуально. Зависит от сладости моркови, от кислоты вашего уксуса. Сам маринад должен быть такой по вкусу кисло-сладкий, причем скорее сладкий, чем кислый, и не очень мощный. Пусть морковь полежит хотя бы минут 5. А можете сразу натереть, намариновать ее на неделю вперед, и пусть она все стоит в холодильнике. А каждый день, когда вы будете собирать салат, отбирайте необходимое количество и готовите. Тогда у вас салат вообще будет моментально получаться. Не знаю, правда, будет ли такая морковь в маринаде долго храниться. Она все-таки совсем мало уксуса содержит. Ну уж неделю в холодильнике точно вылежит. Теперь с помидорами разберусь. Можно использовать черри, можно вообще любые. Главное, чтобы вкусные были. Лук у меня белый, сладкий, но вы не заморачивайтесь. Не найдете такого, берите крымский, тоже, конечно, сладкий. Кукурузу я взял в початках для съемки, для красоты. Так, конечно, каждый день из банки использую, оно и проще, и быстрее. Thank you.
Теперь тунец в собственном соку, его нужно размять предварительно. И уже можно добавлять морковь. Ее надо предварительно немножко отжать от маринада. Отлично. Все, осталось приправить солью, перцем, оливковым маслом, и можно наслаждаться этим чудом. Как видите, салат чрезвычайно простой, но сочетание, я вас уверяю, просто чумовое. Я перепробовал разных вариаций этого салата, наверное, добрую сотню. В какой-то там входили яйца, не надо их добавлять на мой вкус, они слишком огрубляют этот салат. В какой-то сухарики, тоже ни к чему, их текстура здесь абсолютно не подходит. Нет, именно это сочетание рулит. Так, ну дайте я вот это тоже возьму. А, здесь вот и кукурузы, и салатные листики. Слушайте, кукуруза сладость дает сюда, такую хорошую мощную сладость. Листья салатные добавляют свежести. Вот эта вот морковь, она одновременно и сладкая, и слегка с кислинкой такой. Оливки добавляют такой солоноватой пикантности, что ли. Лук сладкий тоже, вот если острый положить, будет не то, именно сладкий лук должен быть. Короче, это чума. Это очень вкусно, очень классно. И тунец тоже к месту. Он и сытости дает, потому что вот в жару, сейчас у нас жарко, например, на улице, в жару я вот такого салата смолотил, такую плошку, и сыт. Все, мне даже обед не надо. Короче, это классно. Попробуйте, приготовьте. Вы тоже влюбитесь в этот салат, как и я. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.